Александр, сколько вам нужно выпить, чтобы у вас в крови было 2 промилле? Два. Два чего? Литра, стакана. Нет, 2 дня надо не пить. В магазине покупатель. Дайте мне, пожалуйста, 2 бутылки пива. Продавщица. А тебе 18 уже есть? Ну да, моя девушка может подтвердить, вот она. Продавщица смотрит на девушку. Матерь Божья! Парень, а водочки не хочешь взять? Из переписки в соцсетях. Привет, ты мне нравишься. Если не против, можем встретиться. Окей, 1000 рублей в час идет? Не понял, ты чё, проститутка что ли? Нет, блядь, репетитор по русскому языку. Наташ, а чего это твой Сергей так плачет? Да зубы лезут у него. Подожди, подожди, какие зубы? Ему же 50. Да вставные лезут у него. Вчера проглотил случайно. Муж присылает жене СМС. Лена, придет кум, дай ему коловорот. Через пару часов получает ответную СМС-ку. Вова, коловорот людей было много, дала ему за сараем.